парк «Виражи». Субботнее утро. На трассу вышли местные депутаты, единороссы, общественники и активные жители округа. Триколор – обязательный атрибут этого дня. Это символ единства, символ наших побед, символ нашего великого прошлого и, конечно, прекрасного и замечательного будущего, будущего нашей страны. Велозаезд состоялся. В этот раз не было проигравших. Победила дружба. И в завершении гонки традиционное чаепитие у самовара. Пока в парке «Виражи» раскатывали дорожки велосипедисты, на центральной площади Одинцова для горожан выступал симфонический оркестр. У каждой страны, особенно у такой державы, как наша, свои символы. И ценность этих символов поддерживается как раз народом. Горожане с удовольствием напевали любимые мелодии. Многие не смогли удержаться и пустились в пляс. Необычайный цветным узором земля и небо. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».